что, скоро родишь? Сука, я сейчас скоро рожать! Руку дай, толкайся, толкайся. Стопудово, пока беременная была, изменял мне, да? Руку дай, толкайся, толкайся. Сука, я толстая, блядь! Руку дай, толкайся, толкайся. Да, мам. Пока не родилась. Руку дай, толкайся, толкайся. Ты, моя сладкая, проснулась, да? Руку дай, толкайся, толкайся. Ну что, может, это самое, светнёмся? Ты что, ребёнку в голову тыкать собрался? Больной совсем? Ладно. Может, подрочишь хоть? Что, красавица, давай! Обед полный, что, до вечера будешь спать, что ли? На ярмарку опоздаем. Да какой обед, блин, 10 часов же еще. Я поздно лег, дай поспать. А мне что делать? Я, что ли, всю ночь в телефоне сидел? Потом, ну и что, голова болит, зрение ухудшилось. Я лучше бы так книги читал всю ночь. Ты же тоже телефон смотришь? Мин, тапканцин, мин. Ну и не ты же рожал. Кончай давай, давай, потом, это самое, телефон на всю ночь не ставь на зарядку. Вон, Каргель меня отправляет по WhatsApp, оказывается, потом взрываются телефоны. Ты же сам спишь. А? Не сплю. Сейчас, через полчаса выйдем, да. Давай хотя бы телевизор выключу. Не выключай. Бля, стрелка намечается, где нашего двора именно. Ну как сейчас пройдем, блин? Форпад. Главное, не бойся, дрыльми, ты же мужик. Поймай любого. Капец, миржую, брат. Да, Форпад, чё ты, ё-моё. Брат, чё ты, мин, котен дрыльдеватор, ё-моё. И дрыльдитым, котен лежу, Форпаш, не мизан. Ай, бля, кажется, сих пойдем, блин, я полдей. Фигня, брат, фигня, по-моему, вместе я тоже, кажется, описывался, брат. Блин. Нурке! Нанга, барам, нанга, брат! Эй, чёрт, ты чё, корхпа, ё! И чё? До какого времени вот так вот собираешься ходить? Работы нету ни хрена он. С университета отчислили. Excuse me, please. My name is Aji, and I'm a foreigner here. I'm looking for Hotel Kazakhstan, please. О, пожалуйста, типа. Ты же вот любишь же вот всякую американскую хрень слушать свою. Рэп вот этот. Вот. Давай объясни, вот. Ну, пап, я только музыку слушаю, я не знаю, как вообще. Музыку слушай, давай, вон, практикуйся. Вон, пока возможность есть. Давай, быстро, объясняй ему. Окей, бро. I love to be sick, bro. For she's a bro. Not easy, though. I like to say so emotional. You lazy, no, at least she, bro. No breathe, now she's a day. You be down, lost a day. No be late, so woman needs a day. You're really, yeah. I like it for me, say. Don't show romance on the room. Don't cheat now. Hey, roll, bitch, say, low. You got it? Девушка, можно мне, пожалуйста, куриное филе? А мне, пожалуйста, лагман, гуру. Я тоже хочу гуру лагман. Мне гуру лагман. Тогда мне плов. Я тоже буду плов. Плов можно? Ты давай определись. Давай я так, гуру лагман закажу, а ты плов. Я у тебя чуть-чуть поем. Чуть-чуть? Чуть-чуть. Ну ладно, давайте. Эй, ты что делаешь? Это же мое. Ты же мое съела все. Потому что вкусно. Официант, дайте еще один плов. Жаколь. Ау. Ты помнишь Асилию, с которой ты встречался до меня? Ну,
Вот если бы ты на ней бы женился, ты бы сейчас был бы начальником цементного завода. А Жанара вот это же есть? No. Если бы ты на ней женился бы, ты бы был бы начальником крупной логистической компании. А вот на Баян бы, если бы ты женился, ты бы был бы знаменитым предпринимателем бы. Ага. Я не понял. Ты на что намекаешь? Чтоб я сожалел, что ли, или что? Радоваться надо, что на мне женился. И кем я стал? Человеком ты стал. Кем я стал? Я на минуточку забежала, мне пиалочку чая налей. Я в Нур-Султан улетаю сегодня вечером в Астану к сыну. А он же у вас... Нет, он самый главный басток. Нельзя произносить это. Наверное... Хотя откуда вам, простым людям, это понять? Ну ладно, попейте чай бедняков. Нет, не буду. Я вообще-то только из-за этого забегала, чтобы рассказать. Так, ничего не забыли? Нет, ничего не забыли. Все взяли. Ага, стаканчики взял? Стаканчики взял. Закуску взял? Закуску взял. Ну хорошо. Забыл! Что? Что? Забыл? Водку? Водку забыл, что ли? Забыл! Нет, снасти, удочки, все забыл. Фух, ладно. Да, съезжу давай. Не надо никуда ехать, а то потеряем, как в прошлый раз. Пошли, конечно. Давай. Братан, оно, сымбайтыр ишке. Короче, машина жан тұрго, білмейм не істейтін. Ладно, сам пойду. О, братан, салам алейкум, кель, идеал машина. Какой идеал? Вот эта вот боковина полностью битая. Панель скрывали. Чувствуешь запах в багажнике? Да, есть немножко. Здесь баранов возили. Айрбак вообще жёг. Баурум сен, бәрін қайдан білесің, кастаправсын, да? Я первый хозяин этой машины. Короче, я её какому-то Кайрату продал. Кайрат ещё кому-то спихнул. Мой совет. Избавляйся от этой машины. Всё, брат, рахмет за совет. О, Баурум, сен жаң маған келіп 3 миллион қалам дедің ғо. Давай, келе вершиш. А чё, брат, 2,5 ғой вершиш? Все, смело, ка, барам мен. Сындасын. Давай. Е, братан, қалай істейсін сен, е? Үйретшіші на түрі. Опыт, ко. Кто это? Медет? Нет. А, сейчас. Дидар. Нет. Айдана? Нет. Блин, кто это? А, Нурбол. Нет. Подожди. Самат! Нет! А, вор, что ли? Я думал, Медет. Официант, счет, пожалуйста. Братан, слышал новость? Что за? Короче, какой-то сотрудник отказался от взятки 3 раза и получил орден, прикинь. Ой, тоже мне новость. Я тоже так могу. Да ладно, ты же не сможешь, братан. Я? Ты? 5-6 раз могу отказаться. Кыш, братан, вон, 140 едет, братан. Давай. Что там? Оформ. Реально? Да, по протоколу. Что, взятку не предлагал, что ли? Предлагал. Сколько? 2 миллиона тенге. Канча? 2 миллиона. И ты отказался? Да. И теперь что будем делать? В больницу поехали. Зачем? У меня, кажется, сердце остановилось. Реально мы? Давай, поехали. Алло, добрый день. Меня зовут Вадим. Я вам звоню с отдела безопасности вашего банка. Подскажите, пожалуйста, как можно к вам обращаться? Марат. Марат, зафиксировал. Марат, подскажите, пожалуйста, сегодня была подозрительная активность на вашей банковской карточке. Для этого мне нужен ваш e-номер и CVV-код на вашей карточке. Ищак, мошенник, что ты думаешь, я тупой, а? Я такую постанову барго миллион раз видел, я что-нибудь новое придумаю, устарел это ход, понятно? Эй, чепушила, слушай сюда, вот теперь тебе новый ход. Сейчас берешь на этот мой номер 20 тысяч тенге отправляешь. Если не отправишь, я за твой базар, сука, спрошу. Я знаю, где ты живешь, где твоя семья живет. Мои ребята на воле приедут и спросят с тебя, понял меня? А, все, братан, на этот номер ты скинул, а? Все, 20 тысяч, все, братан, все, извиняйте, попутал.
Спасибо, что являетесь клиентом нашего банка. В конце разговора оцените, пожалуйста, работу оператора по аккредитованию в школе.